Всем привет, с вами Плеер, и это видео по Apex Legends. Не до совсем недавно, буквально час назад, вышел геймплейный трейлер 5-го сезона. И здесь я увидел очень много интересных моментов. Возможно, что-то будет в теории, возможно, что-то и будет действительно. Давайте начнем просмотр, и я буду останавливать и смотреть на интересные моменты, которые были показаны в этом трейлере. Well, I guess this party is going to last a bit longer than I had hoped. Ну вот, собственно, здесь мы видим, что случилось непосредственно с Скултауном. Вот мы видим авиабазу, локацию Октейна. Тут мы видим рынок. И, собственно, здесь установили кран. Вниз, наверное, прыгать, скорее всего, уже нельзя будет. Но мы видим классные зиплайны. Непосредственно на сами... Хотя, посмотрите, здесь у нас есть вышка, летная вышка, которая с низу, с водных мест ведет наверх. Не знаю, она будет использоваться или нет, скорее всего, нет, потому что мы видим вот такие моменты. Но мы видим, что здесь установлены зиплайны. Интересный момент, интересный. Также мы видим проход в то хранилище. Он будет как-то открываться, дальше мы это увидим. На этом моменте я пока все, что это я заметил. Также мы видим летунов, которые все же остались на этой карте. Также мы видим, что будет ночной Canyon Kings. Тоже будет перевоплощенный в ночное время. I need your help adding a rare and valuable treasure to my collection. Just be careful. Вот, собственно, вот он вход в это место, которое было показано перед этим в трейлере, где она пыталась убить ревенанта. And don't die. Here we go again. Мы видим доступные квесты, это будет связано с сюжеткой 100%. Нам нужно будет искать на карте определенные сокровища. Возможно, это будет совмещенный, то есть высаживаются отряды, будут искать сокровища. Как сокровище будет найдено, надо будет вызывать десантный корабль и ждать спасения, потому что будут атаковать ищейки и другие NPC. Дальше увидим. Вот, собственно, слева мы видим задачи найти спрятанный артефакт, вернуть артефакт и сбежать. Тут также мы видели таймер наверху. Новый батл пасс, и я обожаю миража, мираж просто... Вау! Также мы видим новый скин на Бангалор, видим на Ревенанта скин, это все будет батлпассное, на Хаус скин, скин, как я вижу, на Хемлок. Хемлок очень сексуально выглядит, ну и самое просто вау, это, естественно, ведомый. Вы только посмотрите, он выполнен в стиле стимпанка, и мираж в виде стимпанка, особенно если взять скин, допустим, на Октейна с часами, это просто прям крышесносно. Вот Кингс Каньон у нас получается, давайте попробуем посмотреть, где это находится. Мы видим топи, мы видим, что получается, ну то есть это болото. И вот эта вот зона, где водопад, самый край, где вот водопад, край зоны, там дальше будет авиабаза, а вот тут будет дополнена новая локация, получается, она вот отстроена. А выглядит она просто потрясающе.
Еще вот локация, понять, где она, наверное, не смогу. Тут же мы видим Харвестер. Будет добавлен на карту. Ну и где это находится, пока не могу даже сказать. Ну вот я вижу, это тарелка, она с авиабазы. Смотрит она. Ну, видимо, где-то недалеко от авиабазы. Вот, собственно. Вернемся чуть назад. Получается, как я понял, будет панелька, такая же, как на корабле Миража. Мы ее активируем, или даже в воспитании Блэкхаунда, вот в этой пещере. Как я понял, если у тебя 0 заряда ультиматума, то ты можешь нажать ее, она заряжается, и у тебя получается полный заряд твоего ультимейта. Не знаю, сколько она будет использоваться, скорее всего, будет и не раз использоваться, но это прикольно будет. Представьте, у вас полный заряд ультимейта Гибралтара или тоже Бангалор, вы его используете и еще раз активируете эту штуку, у вас еще один полный заряд ультимейта. Также мы видим ultimate лобы, мы можем получить какие-то пушки, не знаю, судя по видео, это что-то рандомное, как это можно будет выбирать, непонятно. Ну, как я понял, мы видели, когда при установке было какое-то поле, и самый ближайший лут, он был притянут сюда. И самое великолепное, мы видим финишер, то есть добивание. И в этом, в чем особенность этого финишера, это персонаж говорит, что, ну, есть, у персонажа есть voiceline, то есть он что-то говорит перед тем, как убить, и я думаю, это будет тема продолжаться, не просто молча будет добивание, а вот именно во время добивания персонажа будет что-то говорить, это прям вау. You should smile more. I'm hungry like the wolf. На этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, это все будет так, как я и ожидаю. Получил просто волшебные впечатления от этого трейлера, как и от предыдущего. Apex продолжает радовать. И я очень рад, что эта игра продолжает развиваться и делать так, чтобы при каждом новом событии это был вау-эффект. До новых встреч!